Пошла вода наконец-то. С озера вода течет. Тоже свою хронику веду. Ничего не туном заделался или как? Вот так это найдет. Покровитель воды кто? Посейдон. Посейдон, вот. Посейдон. Стихия, все в руках Господа. Как нет? Вот. Это вымысло человеческое. Ура! Никита, ты осушишь этот пруд. Вот так она течет тут, не стесняется. Тут уже чуть медленнее идет. Вот тут мы столько рыли, рыли. Почти 2 дня рыли. Ну, в сумме-то где-то 1,5 дня. Ух, как она течет тут. Вот теперь наполняет она тут. Моя работа. Вот как она пошла туда. Как амазонка. О, пока она дальше не пошла. Тут пока она приостановилась. Вот дальше тут движется. И туда расползается. Вот сюда расползается, и туда расползается. Ох, как она прям на глазах тут завоевывает новые территории. Уходим. Сейчас снимем себя любимого. Она там дальше растекается, расползается потихоньку. Как оно активно. Потекут реки. Реки текут. Наполняешь бразды ее. Чтобы не обрушал, не обрушил. Да. Пойдем туда, куда мы идем. Она прям на глазах там расползается. Как Господь нас благословил. Прям ветку напоролся это. Амазония. Вот оно как. Аккуратней. Тут такие репортажи еще сделать. Никто такого не может сделать. Только мы сможем такие репортажи делать. Копались в земле целые сутки. По молитвам святых отец наших.
Вон куда вышли. Тут тоже воды, много воды. Прогулки по воде, как святой по воде прям ходит. Кроты работают. Это кроты работают здесь. Вернемся мы на исходную точку. Точка зиро, откуда все началось. А тут кроты работают, не покладая лап. Погляди, вода бежит еще? Бежит. Бежит. Высоко поднялась тут. И хорошо бежит, однако. Вот она бежит все. Водица наша бежит, дабы осушить этот пруд.